Лодачная станция у Октябрьскім колісті была любимым местом проведения вольного часу мясовых жыхароў. Однако с часом пришла у заняпад. Отрадить ее узяўся предпринимальник Еўген Матарас. Мясовые улады пошли на сустрыч. И в 2012 году объект продали за аукциону. Раньше это была лодочная станция, мы решили далеко не ходить и, скажем так, возродить ее в былых масштабах. Тем более, что место красивое, раньше здесь были пляжи. Вот, решили начать с лодочной станции. Купили один катамаран, какие-то запчасти были, что-то, в общем, начали собирать. В итоге вот тот парк, который у нас сейчас есть, вот мы с ними работаем. Получение маляўнічай природы и активного отпочинку пришлось даспадобы жыхарам Октябрьского. Улетку недохопу у наведывальников тут нема. А вось у холодный час такие вид отпочинку не запотребованы. Так пришло решение освоить еще один напрамок бизнесу, який не залежит от сезону. И летось у будинку лодочной станции предпринимальники открыли тайм-кафе «Пристань». Сегодня таким форматом установ могут похвалиться только буйные города. И вот зараз невеликий райцентр Октябрьский. У тайм-кафе або анти-кафе наведывальники платят за проведенный час. На узамен же отримливают утульное место, чай, каву, доступ у интернет, настольные гульни. Здесь мы сделали упор на настольные игры. Здесь есть интернет, Wi-Fi, то есть можно использовать также как такой мини-офис. Основная аудитория – это подростки, это старший школьный возраст, это студенты, которым здесь интересно, они все себе находят занятия по интересам. Сарафанное радио хорошо работает, люди подтягиваются, им интересно. Появилась тенденция, что люди приезжают из соседних районов, из Глузка, из Светлогорска бывают у нас люди. Предварительно связываются, интересуются о программах, которые у нас планируются, которые у нас проводятся. Свою фантазию и креативность предпринимальник проявил не только у оригинальном формате установы, а и у оформления ее интерьеру. Литерально все тут Еўген Матарас с жонкой робили своими руками. Стиль выбрали морские, максимально обыгравши тему пристани. А еще, кроме дальнейшего уладкования зоны отпочинку при лодочной станции, предпринимальники марать открыть тут классичное кафе и невеликую студию гукозапису. Планов много, желание дальше двигаться вперед у нас есть. Возможности есть, власть содействует нам в развитии нашего бизнеса. И совместно мы будем дальше работать и развивать наш край. Алена Василюк, Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».